косым. Что, испугалась? Прости, Асель. Я не хотел тебя пугать. Ой. Родной мой. Я вдруг испытала такое одиночество. Такое непереносимое одиночество. Еще бы минуту я умерла от страха. Я вдруг поняла, что не могу жить без тебя. Ни одного дня, ни одной минуты. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Я люблю тебя. Мы будем самыми счастливыми на свете. Мы будем жить 100 лет. Нет, 1000. Мы будем жить в наших детях. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Повреждение на линии. Ну что, вызвали бригаду? Да никого не могу найти, никого нигде нету. Да. Да, хорошо. Да-да. Слушай, Нина, а? Ты не знаешь, где косы? Я вас понял. Не знаешь? Собираем бригаду. Да-да, не волнуйтесь. Где Тищенко? Тищенко на свадьбу уехал. Ну так кого? Что? Клязьмина? Я слушай, поехал проверь никак. По списку, а где Клязьмин? Клязьмин в отпуске в Сочи. Да что вы, кто вам позволил отпускать? Это же производство, а не Сочи мочек. Да. Ну, вы же сами подписали приказ. Что вы на меня кричите? Праздником вас! Обрыв на линии. Ехать надо немедленно. Ты согласен? Согласен, Косым? Мы все понимаем. Но так случилось. Никого нет из бригадиров. Только на тебя одна надежда. Послушай, да неужели нельзя оставить моего сына в покое? В такую минуту, пойми! Матушка, вы правы. Но я же не для себя прошу. Понимаешь, Косым, долины без света. Нет, не могу.
Сейчас нет. Как восстановите линию, дайте красную ракету. Учти, алабельцы помочь не могут. У них там тоже был толчок, мне звонили. Дорога перекрыта, дня на три. Давай, поищем еще кого-нибудь. Может, вы нас возьмете? Мы поможем. Пожалуйста. Касым, может, возьмем кого-нибудь? Нет. Подождите. Я верхолаз, возьмите меня. Я уже работал на проводах. Нет, спасибо. Извини, сынок. Да я уже все экзамены дал. Могу зачетку показать. Семена нет. Что делать будем? Погоди. Семен, выходи. И ты здесь? Ну что тебе? ЛЭП повреждена. Надо глянуть. Нет, Касым, я не могу. У меня дочь на руках, а жена в Ташкенте у тещи. А кто едет? Пока нас двое. Не обижайся, Люба. Не могу и не пойти. Они что, могут тебя заставить? Никогда. Была бы я настоящая женщина, я бы тебе сказала, или они, или я. Но я же не настоящая женщина. Так, на подхвате, между делом. Ну, еще какая настоящая? За дочкой присмотри. Молоко в холодильнике. Кашу ей приготовь. Так, ну ладно. Ты же знаешь, как я тебя люблю. К утру вернусь. За смертью посылать. Зато вот какие огнетушители достал. Давай, Игорь, к столу. Спасибо. Не хочу. Игорь, ты здесь? Мы тебя по всему каракулю ищем, а ты дома. Поехали. Что, авария? На месте разберемся. Спасибо, что вытащил. Праздники не по мне, Касым. Не оторвись от урагана. Надо проверить, что за человек. Скоро ведь едет. Обходи, чудак!
Наверное, что-нибудь случилось. Да нет, я знаю этого парнишку. Он тоже с нами хотел. Только рано ему еще на такое дело. Послушай, Игорь, а что у тебя с семьей? Почему сюда не везешь? Куда? В вагончик? Ну, мы же тебе предлагали квартиру. Да понимаешь, столичная она у меня. Не хочет никуда из Питера. Носитесь, как угорелые. Пугаете только козлят. Ты помнишь, Касым, как мы познакомились? Еще бы. Мы тянули 500-ку от Токтагулки на Фрунзе. А в вашей долине застряли. Дала нам жару 105-я опора. А я так радовалась. Я знала все, что ты делаешь. А когда ты не приезжал, я места себе не находила. Думала, что больше не увижу тебя никогда. Мне казалось, что ты меня и не замечаешь. Нет, я сразу тебя полюбил. Я помню, как ты бежала в красном платье. В синем. Ну, я же помню, в красном. В синем. Не приходи сюда больше. У нас другой дороги нету. Неправда. Вы уже закончили работу. Постой. Асель! Асель! Странно. Ты кто такой? Верхолаз я, Амаркул. Сразу видно, что верхолаз. А я Игорь. А по отчеству? А просто Игорь. Возьмите меня с собой. Слушай, зачем лезешь в эту передрягу? Понимаете, я должен быть там, где опасно. Ну, должен так должен, а я вот не знаю, что я должен. Касым! Давай возьмем его с собой, наш человек. А, 7 бед, 1 ответ, пусть едет. Амаркул, парнишка, помоги с дороги камень убрать. А то ураган испугается. Он здесь не пройдет. Но пройдет, не пройдет, это мы еще посмотрим. Ты чего сочкуешь? Долина без света, люди там загибаются, а ты еле ползешь. Давай, поворачивай за нами. Давай, давай. Человеки любят персональный подход. Толстяк еще хвастать будет, что вторым после меня сюда забрался. Thank you.
может, к озеру свернем, Амаркул? Представляешь, форель там вот такая. Подтверди, бригадир. Ты баранку-то придерживай. А как же авария? Подумаешь, не первая, не последняя. И вообще, зачем людям свет? Напьются, передерутся. А свечка, она, брат, душевному разговору располагает. Шутка. Игорь, тормози. Что-то душно. Дядя Касым, привет! Привет! Молодцы, ребятки. Наш сын тоже будет так лихо плавать. Нет. Нет. Я не хочу. Я боюсь. Асель, да ты не бойся. Они плавают, как рыбы. Опять дед балует соседскую мальчишку. Я сегодня была у врача. Касым, дорогой мой, прости меня. Мы не можем быть счастливы. Я не могу быть матерью. Асель, я люблю тебя. Я счастлив с тобой. Ну, не будет у нас детей. Ну, что же? Тысячи семей живут без детей. Даже это модно. Я люблю тебя. Ты и своему отцу об этом скажешь? Скажу. Я знаю, что ты меня возненавидишь, если не сейчас, так через год, через 10 лет. Вы должны понять, ей нельзя быть матерью. Сердце не выдержит. Сердце может не выдержать. Риск очень большой. Эх, ночь какая! И все-таки ты что-то не договариваешь. Ты почему в институт не поступил? Если бы захотел, поступил. А, значит, не захотел. Кого ждем? Давай, двигай! Амаркул, тебе никуда не надо? Нет. А то не стесняйся, облегчи душу. Потом не до этого будет. В общем, в случае чего сигай за борт, понял? Угу. Касым, не слушай врачей. Я уверена, что все будет хорошо. Я рожу тебе такого чудного мальчишку. Боюсь за тебя. Ха-ха-ха!
Я хочу жениться на вашей жене. Я люблю Анну Александровну. И хочу вам об этом заявить. Давай закрепим инструмент, а то нам ноги передавит. А Маркул, берись за лебедку. Давай. Мне плохо без тебя, Анна. Игорек, и мне без тебя плохо. Я стал забывать твое лицо. Только твой голос. А ты вернись. Не могу, Аня. Мое место здесь. Лучше приезжай ты. Я не могу. У меня Мишка. Ну все, мужики, дальше пешком идите. Мне так спокойнее будет. Я тебе давно говорил, в горах самый скорый транспорт – бульдозер. А Мархул, помоги отцепить. Давай, вон от трактора. Ну-ка, отойди. Слушай, ты, пижон, я тебя с обрыва вытащил, а с того света не сумею вытащить. Уйди. Да я же для тебя штуру твою уберегу. Бабу свою береги. Косым! Ну скажи ты ему! Семен прав. Насчет баб, так их у меня две. И все три довольны. Бросить Ленинград, квартиру, работу. Такую перспективную работу. Да, но не моя была эта работа. Мишка подрастет и поймет, что отец у него неудачник. А я хочу, чтобы он меня уважал. И поэтому ты оставил его и меня. С праздником! Здравствуйте. Спасибо. Тебе кого? Извините, я ищу Игоря Алексеевича Репнина. Так вот же он. Вот так живешь и ничего не подозреваешь. Только не убивай его, пожалуйста, до смерти. Ну, проходите. Благодарю. Я люблю Анну Александровну. У меня хорошая квартира в Ленинграде. Но тебя же нет. Зарплата достаточная. Нет тебя. Чтобы обеспечить нас троих. И кто же третий? Ваш сын. У меня с ним сложились очень хорошие отношения. Я каждый день уделяю ему несколько минут. Ведь мальчику необходимо общение с мужчиной. А я-то думал, нас внизу ждать не могут. Давай решай, бригадир. Косым! Косым! Мы так неделю ползти будем. Семен! Отцепляй! Thank you.
ты хотел в горы? Ах, какие там горы! Теперь тебя, наверное, от них тошнит? Ничего. Зато я их сам выбрал. Тебе этого не понять, Анна. Куда уж мне? Вы строите самую высокогорную в мире лет 500. Анна, забирай Мишку и приезжай сюда. Здесь нормально. Не пожалеешь. Ну, конечно. Жить в палатке, стирать белье в корыте. Ты же говорил, что не можешь без нас. Оказывается, могу. Только у меня это плохо получается. Машина не человек. Ей отдых нужен. Но тебя же нет. Нет тебя. Как знать? Как знать? Вас сколько не было дома? Асель ушла? Как ушла? Вот заявление о разводе. Что ты говоришь, мама? И ты ее не удержала? Асель ушла, нет ее. А ты все еще стоишь. Ей и так плохо. Уйди, Касым, не тревожь ее. Без детей какая семья? Смирись, Касым. Ой, молодежь. Держи! Ну что? Что такое? Жми, жми давай! Что там, ну? Нажимай на педаль, ну! Черт возьми! Что? Ну жми, гони вовсю! Давай, 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 Игорь, давай!
Что случилось? Где Семен? Ничего не случилось. Как ничего? Все в порядке. Да. А ты что подумал? Правда. Персональный подход? Персональный! Пойдем, передаешь! 52-я в порядке! Еще 5 опор и конец дороги. Дальше река. Это где раздобыли-то, а? Уза Акович поздравляет с праздником. Вот закончим работу потом. Какие запахи. А, красота. Игорь, помой. Давай побыстрее, мужики. Огонь, хлеб, твои товарищи. И нас ждет настоящая мужская работа. Что может быть прекраснее? Я правильно тебя цитирую, Амаркул? Я так не говорил, но я так думаю. Хорошо думаешь. Одобряю. Действительно, а что может быть прекраснее? А? Только любовь! Вот. Так может говорить только влюбленный. У тебя есть девушка? Да. Давай сюда! Завтрак готов! И как она к тебе относится? Она мне не говорила, но я знаю, что я ей нужен. И опять ты прав. Потому что это важнее всего остального. О, банкет! Слушай, а какая она из тебя? Она такая. Такая. Она добрая. Добрая и несчастная. Она приходит ко мне плакать. К нему девка приходит, обычное дело. А он подставляет свою грудь широкую, намол, плачь, дорогая, на здоровье. Она не девка. Семен Михайлович. Вот вы не знаете человека, а говорите. Ну-ну-ну. Ну ладно, не обижайся. Ты скажи, ты этого целовал? Она меня целовала. При всех? Как это? При всех. Да в прошлое воскресенье, на перекрытии на рынок. Помните, как там красиво было, а? А я нарвал тюльпанов и всем женщинам дарил. Она меня и поцеловала. И сказала, как хорошо, что ты есть. А Игоря, Игоря там еще фотографировали. Сюда, сюда. Ох, как хорошо. Гениальный кадр. Так, теперь улыбочку. Приготовились. Мальчик, ну не мешай, отойди. Так. Ну ладно, не отвлекайся. Так насчет поцелуев. Она что, из наших? Да, конечно. Она из группы геодезистов. Mm-hmm. Люба. Люба. Ты это плохо придумал, парень. Я знаю, с кем она гуляет. Это мой приятель, шофер из автобазы. Не тебе, пацану, чита. Еще раз назовите меня пацаном, я не посмотрю, что нас мало. Mm-hmm. Ну и что будет? Семен, сядь, не заводись. Так он же мне грозится, а? Ну, поехали. Ладно, в самом деле нашли, что делить. Эх, раньше закончим работу, успеем повеселиться.
А Маркул, парнишка, тут весной знаешь, какая река текла? Я тут метровый форель таскал. Ого! Что ты ему голову морочишь? Маркул, не слушай ты его. Ну вот и приврать нельзя. О, смотрите, кто это? Ну что, покататься захотел, высоко увезу. Ну давай, давай, садись, садись, куда побежал? Ну давай. Опять идет. О. Эй, ну давай уходи отсюда. Маркул, осторожней, не сорвись с подножки. О, ну давай, давай, агрессор. Ну, давай руку, лезь сюда. Осторожно. Красота-то какая! А! Игорь, стой! Стой, Игорь! Игорь, жми вовсю! Стой! Жми! Косым парень! Игорь, не останавливайся! Хорошо устроились, а я под бульдозер еле сигануть успел. Вот пихнуло! Прыгать, Игорь. Это тебе приснилось. Отдыхай. Ах, сынок, я тебя давно жду. Здравствуй, папа, вот я и приехал. А где мама? А мама осталась в Ленинграде, вот. Ну, кушай, кушай, сынок. Папа, а почему ты от меня уехал? Мне было без тебя так плохо, папа. Как тебе это объяснить? Знаешь, это для того, чтобы не потерять тебя совсем.
Я всегда говорил, что у тебя не все дома. Зато харч вам принес. Держи. А глаза нормально? В порядке. А насчет этого, Семен, так у меня все дома. Машину жалко. Герой. Одиночка. Ничего не изменило эту осень. Только солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разбредаются, как гости. После бала, после бала, после бала. Эти двое в темно-красном взялись за руки напрасно. Только дунь посильней, и все пропало. Этот желтый, одинокий, всем бросается под ноги. Хочет счастья после бала, после бала. Ничего не изменила эта осень, только солнце не в ту сторону упало. Не будь глупым, зайди в юрту. Я никуда не сойду с этого места, пока ты не вернешься ко мне. Вот какой ты упрямый. Совсем да как ладно, не надо. Косымушка, милый, любимый мой, любимый. Косым. Василий. Косым. Как хорошо, что ты приехал за мной. Мне страшно. Боишься, что я могу умереть? Но ведь все матери, твоя и моя, рисковали жизнью. Мне сердце говорит, что все будет хорошо. Вы ждите меня здесь, мужики. Посмотрю дорогу. Пусти! Бригадир, это моя работа. Орут! Надо скорей! Надо, надо! Ну, молодец, Семен. А то брошу все и уеду! Все ясно. Вон провод, на том берегу. Камнепадом с той скалы оборвало. Не-не, нам туда не добраться. И не наш это участок, а Лобельский. Провод этот бульдозера можно вытащить. Вот грамотей, начитался. Но бульдозер-то должен быть на том берегу, а крыльев у меня нет. А Лобельская бригада и за три дня сюда не пробьется. Камнепатом дорогу закрыл. Только это их дело. Игорь, а обрывчик-то 700 метров будет? Да, не меньше. Я же и говорю, зря сюда ехали. Пора домой, Косым. Чем быстрее вернемся, так, тем скорее сообщим о Лобельской бригаде, где авария, а? Пошли, ребята. <с- <с- <с-
И вот представь, иду я, значит, на поворот, а он мне навстречу. Тебя ждем! По коням! Стой! Кроме нас некому, мужики. Я за. А тебя кто спрашивает? Что ты в этом понимаешь? Не заводись. Уж ты-то знаешь, что я собираюсь предложить. Да ты и сам не раз справлял такие переправы. Но было дело. Только мы тогда целой бригадой работали. А какие люди были? Ты один стоишь целой бригады. Да брось ты, Косым, этими дешевыми комплиментами вон его можешь покупать, а я поехал. Ты останешься с нами! Семен! Стой! Уйди с дороги! Тёма, что с тобой? Его встал! А помнишь? Может, и меня? А то и тебя. Отпусти! Семен, на нас надеются! Уйди, Косым! Что с тобой? Уйди, Косым, все равно ты меня не остановишь! Что с тобой происходит? Подожди. Ты не прав, Семен! Ну ладно. Тоже мне начальник нашелся. На чужом в рай. Не, не выйдет. Ну все, лебедка готова. Так я пойду? Ты что, парня хочешь туда пустить? Да мы целую неделю на проводах работали. Мы это уже проходили. А где рукавицы? Здесь. Для верхолаза первое дело руки. Голова. Ну, дуй. Мы ходим с одной страховкой, а у него две. Пришло его время. Маша, что это значит? Маш, подожди, я тебе все объясню. Уходи к той, с которой тебе будет хорошо. Ой. А где Маша? Ушла. А дочка? С собой взяла. Ты же этого хотел? Да? Чего хотел? Ты что, не рад? Ты же этого хотел. Порядок! Пошел, Амаркул!
Мечтался. И вот. Эх ты, верхолаз, верхолаз. Я вас не послушался, Касым Байке. Один репшнур проверил, другой не стал. Хотел как скорее. Тебе повезло, сынок. В нашей работе ошибаются один раз. А еще раз пойдешь? Пойду. Конечно, обязательно. Ну ты молодец, сынок. Хорошо держался. А теперь пойдем, наладим переправу. А? А ничего, пацан. Зря я на него. Ну и работничек из тебя. А ты за меня не волнуйся. Давай помогу. Отойди. Ну, вы это... Ребят. Ну, вы не сердитесь, а? Ну, я же не пижон. Ну, вот так случилось, а? Складно говоришь. А главное, ужасно понятно. У меня полшестого жена из Ташкента возвращается. Ну, прекрасно. А драться-то зачем? Так у меня дома Люба. Я ее за дочкой оставил присмотреть. Ну, замечательно. А чего ты волнуешься? Так... Сеня, о вашем романе знает весь поселок, кроме Амаркула и твоей жены. Так вот, ну, я не хотел ее огорчать. От судьбы не уйдешь, Семен Михайлович. Я правильно говорю, Касым? А? Касым? От судьбы? Ну да. Ну чего вы скисли? А, пойду чайку заварю. Товарищи гидростроители, наступает торжественный момент. Прошу всех встать. В данную минуту жена Семена Михайловича входит в свой дом. Прошу почтить память нашего друга минутой молчания. Будь здоров. Да ладно. Да ну вас. У человека несчастье, а вам, дуракам, только дай повод поржать. Ты думаешь, они сейчас друг дружке глаза выцарапывают, за волосы таскают? Как бы не так. Они думают, как бы тебе, Сёма. А ты на чужой каравай рот-то не разевай. Да я что? Да неужели же мы с тобой с одним мужиком не справимся? Ha 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 ha
я не видела на проводах. Слушай, Маркул, я не хотел тебе при всех говорить, но Люба не твоя женщина. А? Я не говорю, хорошая она или плохая, но она не твоя. Понимаешь? А ты свою еще не нашел. Что такое любовь? Любовь? Да, любовь. Игорь, скажи, Люба и Семен. Ну я же все понял. Скажи честно. Она любит Семена. А он? И он ее. А жену? И жену тоже. Отстань от меня. Знаешь, Игорь, а мне даже не обидно. Ведь нужен ей я, и я буду ждать. Нужен, не нужен, ждать, не ждать. И чего ждать? Только всю жизнь себе поломаешь. Не приставай ко мне больше. Ну да, я поведу, а? Нет, Касым, это уж моя работа. Плохой ты бригадир. Чем народ кормить-то будешь, а? Ладно. Харч давай. Тебе все, жратве. Забирай. Ведь обратной нам дороги нет. Да. Вот ты винта. Семен, прыгай! Сказал, не пойдешь! Не пойдешь! Это моя работа! Я Косыму помогу! Бульдозер в любую минуту может двинуться! Тебя раздавит, понял? Ты! Что ты командуешь? Я решила, пойду! Отца с матерью же в расчет не берешь! Ты подвигов ищешь! Вали отсюда! Герой! Уходи! Thank you.
Знаю, что ты хочешь внука, отец. Спасибо, отец, что ты стараешься снять тяжкую ношу с моих плеч и говоришь, поступай так, как сердце подскажет. Что сердце скажет? А имею ли я право делать то, что говорит мне мое сердце? И почему этот врач только разводит руками? Мечись, бестолку, тигра! Не раскачаешь! Кто тебя звал? Ты насчет лебедки? Не волнуйся, будет тебе тормоз. Я трос за арчу зацепил. Закусишь? А может, выпить хочешь? Давай по стакану. Иди ты! У Семена все есть. Даже запасной. На, держи. Сейчас мы ее раздвинем. Не знаю. То, что могли, мы все сделали. Давай ракету. Сейчас будет.
Пошел. Не слышу. Пошел. Есть ток. Пошел. Касым Байке, с праздником тебя. За энергетиков. Эх, Семен Михайлович. Хороший вы человек. И хорошо сегодня поработали. Будьте здоровы. И вас, Мария Ивановна. И вас, Любовь Николаевна, с праздником. Спасибо за ласку. Зачем я тогда не ушел? Зачем я тебя вернул? Нет, нет, Касым. Ты меня вернул к жизни. Дал мне надежду. Почему? Почему ты плачешь, Касым? Не волнуйся, все будет хорошо. Я ни о чем не жалею. Я была счастлива. Что бы ни случилось, спасибо тебе. Совсем не боюсь. И ты не бойся. Я... Куда же они, ну? Бабники. Да ладно, все равно мы к ним все не влезем.